Дорогие, сегодня у нас обзор новых оттенков стойкого лака для ногтей в линейке The One. Как вы знаете, серия The One – это линейка, которая отражает самые модные тенденции, тренды, которые представлены на показах моды каждого сезона. Например, эта коллекция – топ самых актуальных оттенков этого сезона, то есть это оттенки драгоценных камней и металлов, а также классический черный глянцевый оттенок. Будут произведены во Франции в одно и два нанесения, как этот оттенок смотрится. Учтите, что такой вот модный оттенок, он подойдет под любой образ, стиль, но важное правило, чтобы ноготочки были коротенькими. У меня даже это длинноватые ногти. Более на коротких ногтях он смотрится. Далее оттенок стальной блеск, одно и два нанесения. Блестящий аметист в одно и два нанесения. Для меня это самый интересный лак. Посмотрите, как он переливается, начиная от оттенка такого фиолетового аметиста. Здесь золото немножечко, крапинок очень красиво, очень красиво. Для меня это фаворит. Благородное золото и одно, и в два нанесения. Такой оттенок золотой приглушенный. В этом сезоне именно золотой оттенок самый трендовый, самый модный, который подчеркивает роскошь, богатство и стиль. Также очень модно, когда вы в основу нанесете прозрачный лак и лишь кончик покройте золотым оттенком, как бы растяните. Это самый трендовый идет маникюр. Мудровая платина в два и в одно нанесение. Преимущество лака – это широкая кисточка, которая буквально в три нанесения помогает покрыть всю ногтевую пластину. Эти лаки очень устойчивые, проверено. Лучше, конечно, всего, если вы используете закрепитель лака для ногтей. Какие оттенки лака больше всего понравились вам? Черный глянец, перламутровая платина, блестящий аметист, благородное золото или стальной блеск. Tu m'as porté 9 mois.